Палатки поставили уже. Погода сегодня относительно ветреная, хотя вот там вот за холмиком была первая стоянка. Нахаль-Омер, недалеко от 90-го трассы заехали. Ну, мы завернули сюда, на это место, тут более-менее спокойно и тихо. Потому что сильно будет песок, там находиться с той стороны просто невозможно. Картошечку с грибами разогреваем. Тут у нас вот уже закусочка уже готова. Вот я сейчас ехал, смотрел, она быстро... Крылышки уже пожарили. Наши сегодняшние деликатесы. Кормят, как в ресторане. Слушай, он еще и слазить не хочет, а? Да как таракан. Держится крепко, да? Ты посмотри, какой огромный. Он огромный, пусть ползет отсюда, пусть не надо. Время 7 утра. Мы выехали. Маршрут 90. О, бегун у нас впереди. Юра, молодец. Заехали на Нахальный Корот. По карте красное направление. Суслик на камнях. Юра, спускайся, отдам колбасу, так и быть.
Да, как пенек спиленный. Вторая ступенечка на накорот. Продолжаем двигаться по накорот. Не такой уж он и скучный. Камушки размытые, довольно высокие. Следующее препятствие на накороте — это Маалет Калим. Впереди нас ждет еще вот такая ступенечка. Должны подняться. Машину сняли. Нормально, сейчас ребята подкинут камни. Будем поднимать дальше. Еще одна попытка, молодцы. Я ходила в камне. Молодец. Главное, хорошо подложить. Следующая точка на маршруте. Мы немножко отъехали в сторону, заехали на Швиль-Исраэль. Называется пещера Накорот. Мы на ледниковый период делаем.
Я уже вижу расщелину. Вот расщелину, знаете, ледниковый период, это я, да? Следующее красивое место – Нахаль-Ардон. Вот как амут стоит. Угу. Прям как стол. Проезжаем вот такие великолепные скальные отвесы. Мы выезжаем к дневной стоянке. Рамат Сааруним. Потихонечку продвигаемся к завершению маршрута. Впереди нас ожидает Маалия Ноах. На улице 28 градусов, погода сегодня просто радует. Вот он наш Маалия Ноах. Разница по высоте составляет около 200 метров. Очень красивый Маали. Красивый подъем. Мы поднялись этот подъем. Еще не до конца, нам предстоит еще один подъем. Продолжаем двигаться по Швиль Израиль в сторону Мицпе Рамон. Узкий проезд такой с наклонами, но довольно интересный. Останавливались на смотровой площадке Маалия Гиват Гааши. Едем дальше. Подъехали к смотровой площадке Гиват Гааши. Пойдем посмотрим, какие виды замечательные сверху. Кратер Махтеш Рамон. Ну вот закончили мы поездку. Впереди гостиничный комплекс, который находится на возвышенности Мицпе Рамон. Юра выключает понижайку. Это говорит о том, что мы постепенно выезжаем на асфальт.